Всем привет, мои хорошие, мои любимые! С вами опять ваша любимая Марья Ивановна из села Кукуева Мухосранского уезда Задрищинского района. Приветики! Это очередная китайская сборная из Поднебесной. Огроменная! Огроменная одна китайская сборная, но огроменная. По отслеживанию знаю, что здесь лежит две посылки. Куртка и очень интересная интерьерная ваза. Что ты смеешься? Это ваза мечты просто. А что там еще понаклали и поналожили, мы не знаем. Попыталась подследить, ничего больше не нашла. Но чувствую, что там явно не две посылки. Итак, посмотрим, что там понаклали и поналожили нынче. Так, похрумкаем. Хрум-хрум-хрум. Так, так. Вау. Так, раз. Тут, наверное, куртка мягкучая. Мягкучая, так. Тут, наверное, вазюка. Ага, два. Два. Ух, тут понакладено. Два. Так, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять посылок в одной. Ух ты ж. Ух ты шечки. Начнем с мялкоты. Нет, начнем с куртки, потому что там точно надо проверить размерную сетку. Так, а то, может, опять нас обманули. Марья Ивановна-то жирная корова. Так, где-то ваза. Ваза. Жирная корова брала куртку, ветровку. 6XL. Вон, там запечатано. 6XL. Сейчас посмотрим. Такой бы не порвать, чё. Так, не подцепить бы. Какой зараза. Ну ладно уж, никакой заразы. Пока я все заразы подохли. Так, посмотрите, как запечатано. Так, куртец-то. А, так еще отдельная упаковка. Ух ты. Вау, какая она. Вырви глаз. Какой пакетик. Зип. Замочек. Так. 800 рублев стоило. Так. Сейчас посмотрим. Ослепла? Так, тут написано 6XL. Там еще 7XL есть. Так, меня интересует, там хоть какая подкладка. Есть так. Замок проверяем. Так, открываться. Закрываться. Так, кармане есть. Посмотрим. О, такие достаточно глубокие. Смартфон, конечно, сюда не положишь, но ключи и мой маленький телефончик сюда влезет идеально. Вот он мой любимый Samsung-раскладушка. Уж ему 100 лет в обед. Неубиваемый. О, отлично, входит и выходит. Так, держи, доча. Так, дальше. Тут у нас он есть. Такие вот штукенцы. Так, так, оп. А зачем эти? Ну, подтягивать, чтобы мало ли кому больно просторно. Я думаю, что мне тоже надо будет. Кто любит, как одуванчик ходить надутый. Так, сейчас погуди, сейчас вот это вот подцеплю. Ой, ой, ногти. Мне сегодня, знаете, что, анекдот рассказали. Сейчас вам тоже расскажу, слушайте, ржачный. Короче, конец самоизоляции. Открылись все, значит, салоны красоты, ага. И в самом дорогом салоне, сейчас денег-то ни у кого, людей нету, ага, раньше у них там чай, кофе было, а тут, значит, приходит клиентка с Рублевки, ага, садится ждать, значит, в салоне, а вот там, где чай был, она говорит, смотрит, там стоит графин с водой, и написано, какие чаевые, такой чай. Нету чаевых, нету чаю, понятно? Вот так-то, никому не сладко, так. Рукава, так, ой, есть подкладка, так, рукава, но резиночках, так, но резиночках рукава, ну такие, не шибко, так, так, дальше то что, так, вижу тут вон то, что настрочили, видали, он уже, ой. Но это не, это не самое прям такое страшное, так, так, тут то что, так, на самой куртке тоже 6XL написано, так, сейчас метром ее замерим. Так, ну, вижу, что большая. Так, ну-ка, где-то метр, вот он специально подготовила же все. Так, подмышки проверям. Проверям подмышки. Так, девчули, от подмышки до подмышки 68, 6XL. Так, 1,28 м. И еще 16. Все, ой, соответствует прям просто. Прям ты посмотри. Ух ты, 136. На грудь 136, 6XL. Так, ну-ка теперь от пляча, вот до вот отсюда, и тут 70. От плеча до низа 70 сантиметров. Так, все соответствует. Так, хочу посмотреть прокладка. Прокладка, подкладка. Вон тут тоже, вон, смотрите, как оно пришито. Есть подкладка, то есть это не просто какая-то
задрипанная ветровка. Это хорошая ветровка с подкладкой в цвет куртки. Так, сейчас померю, скажу. Показать не покажу, но сказать скажу. Как Марья Ивановна в ее влезла, не влезла. Так, рукава the best. Свободненько так, ого. Ой, вообще мило дело. Мило дело так. Красотень. Красотень? Да. Ой, вообще. Так, у Марьи Ивановны рост 1,64 м. Пузо прикрывать, попец прикрывать. Так что мне оно, ой, прям зачетно зайдет эта куртка. Ой, ой, прям вообще, вау. Круть. Да. Вот теперь свою мамку за километр будешь видеть. Вот так. Где угодно, в супермаркете или где в нашем колхозе. Сразу будешь видеть, мамка идет. Классно, да? Вот это я угадала с размерчиком. Хотела 7XL брать? Нет. Мне самое то, что надо. Девчули, ой, вообще я довольная. Я довольная, невозможно просто. Так, ладно. Вам-то, может быть, фотку добавлю, нет ли? Ну, куртки ентой. Полным-полно отзывов, и там есть фотки. Так что, девчульки, заходите, смотрите. Цвет выбрать можно какой угодно. Очень большая цветовая гамма. Слушай, за 800 рублей. А я-то смотрела в фиолетовом магазине ветровки на мою статую. Очень больно дорогие. 2-3 тысячи, а тут 800 рублей. Ну все, продавец угодил. Поехали дальше. Так. Дальше. Ой, дальше. База моей мечты прям. Я очень надеюсь, что это просто звезда сегодняшнего обзора. Вы не поверите, но я прям ее так хотела. Прям ее так, ой, как хотела. Стоит, конечно, не купейки. Фор-фор все-таки китайский. Не хухер-мухер вам. Сейчас посмотрим. Так, коробка. Коробка. Так. Так. Ой. Так, коробка, так. Так, дай-ка птицу счастья мне. Побыстрее. Угу. Птица счастья, керамический нож с Алиэкспресса. Так, кто-то уже тут что-то подломал. Ну, керамику. Вообще хорошо за грибами с таким ножом ходить. Так, ну-ка вот так-то, вот так-то, вот так, вот так. Прям куртка поразила. Слушай, прям размер в размер. Это редкость большая. Ох, тут упаковка-то the best. И посмотри-ка, а. С пенопластом все упаковано, то смотрю, мята вся. А ну, она, опа, видали? А, не хухер-мухер, потому что ентоваза моей мечты. Ой, она даже с шурупьями, нифига себе. Вот это да, даже шуруп положили. Так, вот она. Вот она красота-то моя, вот она мечта всей моей жизни. Вот, вот такая ракушка. Вот тут, видите, есть вот такая штукенция. Ентораза никогда не упадет. Сколько в нее цветов поставишь, воды нальешь, никуда не упадет, потому что вешается на стену. Ой, вообще, можно так, можно и не цветы ложить, а просто, ой, там сейчас таких вас, там и птички есть, и всякие, как воздушные шарики, и другие есть, а можно еще, по-моему, 2 или 3 вида таких ракушек есть. Стоит 600 рублев. Я сейчас, кстати, сегодня стоят дешевле. Я на 50 рублев дороже брала. Ой, ну красота. Ой, я довольна, я. Спасибо. Упаковка хорошая. Так, поехали дальше. Дальше поехали. Так, вот тут шурупики лежали. Так. Так, ну по мелким давай проскочим. Что-то вот тут какая-то пимпулька, не поня... Вообще что-то... Что-то не знаю. Прям совсем ничего нету, почти считай. Что это такое? Это это гирька на 1 грамм. На 2 грамма гирька. Заказала-то мамка где? Может, тут где весы еще пришли? О, это... Весы электронные, будем золото-бриллианты вешать. Так, ну-ка. Тут что? Тут опять бинты эластичные. Ага, пощупаю, Ой, блин, вот теперь вот Леночка и я-то порезала шнур подарочный, вот так-то вот. Короче, продавец всем эти шнурья ложит. Порезала, все это теперь в помойку. Вот ведь, вот порезала. Эти по 19 рублев были, сейчас не знаю, почем. Эти камуфляжный цвет, расцвет. Ну, в прошлой распаковке уж показывала. Эластичные бинты, просто лето началось, понимаете? Где там, чем, что-то примотать, замотать. Так что, вообще, вещь в хозяйстве просто замечательная. Так. Дальше что? Дальше похрумтрим. Хрумстящий пакет. Да уж аккуратнее, что там? Там брошка-ховрошка, так. От Синди Хогана.
Клубничка. Клубничка. У нас уже такая клубничка есть где-то. Но та вроде как покраше была. Так, ну блин. Ой, эти ты пакеты не распотрошишь. Так. Так. Так, застежка уж не та. Сердечко, булавка. Ну, по-моему, не такая. В общем, найду ту брошку, потом сниму. Покажу в каком-нибудь из распаковочных обзоров. Я даже не могу это обзорами-то назвать. Но стараюсь показывать, рассказывать сразу все. Про кукахи, не кукахи. Так, тут какая-то ручка, фигучка, не знаю, какая-то палка, ковырялка. Что там? Сейчас посмотрим. Что там? Так, точно, палка, ковырялка. Ой, брали за какие-то копейки. Короче, халява с Алиэкспресс. Ой, халява с Алиэкспресс. Что-то за ем-то такая штука. Вот если карандаш, да не карандаш какой-нибудь. Когда какой-нибудь у вас есть ли... Нет, без резинки дай карандаш. Карандаш какой-нибудь заканчивается. Да побыстрее, без резинки давай. Ну давай, вот, или вот он, сгрызли. Вот так вот, стоп, бля. Дай мне вот без этой металлической штуки. Сидит, куртку обняла и сидит вон там, вот, синий торчит. Вот, давай, вот такой полосатик у нас есть, вот. Если карандашик у вас коротюсенько есть, а вы его больно дюже любите, то вот так вот его можно зажмакать. Еще с советских времен такие штукенции продавались у нас в канцелярских товарах. Вот у китайцев есть, у нас уже нету. Так, а может есть художественный... Ой, гирьку-то чуть не выкинула в помойку. В художественных магазинах, конечно, должно быть. Но просто в канцелярском уже не найдешь, днем с огнем не сыщешь. Так, что-то тут мягкуча, хрумкуча. В хрумкучем хрум-хрум-хрум-хрум-хрум пакет. Хрум-хрум, знаю хрум-хрум. Привет и передаем. Хотите хрумкать? О, ай. Еще одна брошка из магазина Хугайна. Так. Рыба золотая. Вау. Вот она, рыба моей мечты. Так, что-то 100 рублей стоило. Так, что замок? Красота. Так, красота. Вот такую золотую взяла. Так, тут стразья. Стразья. Так, ну, так хорошо вставлено. Прикольно. Такая немаленькая рыбина. Можно выбрать цвет ентой рыбины. Так. Дальше что? Тут какие-то, не знаю, что-то такое. Не порезать бы. Так, так, аккуратненько. По краю, по краю. Так, ага. Вот оно, силиконовое счастье. Колечки, стоперы. Там, кто заниматься чем, какими рукодельями. Вообще, штука в хозяйстве такая хорошая. Для многого чего пригождается. Так что купила. Такие вот силиконовые колечки. Для разного они могут пригодиться в жизни. Так, и еще один мягкучий пакет. Так, что в нем? Похрумкаем, хрум-хрум. Так, хрум-хрум. Что-нибудь. Ой, еще одна брошь вишня, тоже от Хугайна. Синди Хугайна. Такая у меня уже есть. А тут-то, смотрите, бусинку поставили, малкую. Вот надо с той сравнить, что была из другого магазина. А, из другого магазина. Была цена хорошая. Вот, хорошая. Блестючая. Блестючая. Надо их потом сравнить. Но тут смотрю, как вот эта бусина другая, не такая, как там. Такая, не такая, фиг его не знат. Тут застежка вот так, вот так. Да, думаю, что что-то разница есть в этих брошках. Была, ну, все равно в золоте еще одну взяла. Вот такая вишня. Вот такая вот. Она какая класневая. Ну-ка, лампа, сюда ходи. А? Не знаю, сколько сейчас стоит. Поднял, наверное, цену уже опять. Но кто у меня в группе ВКонтакте, тот успел схватить, урвать по хорошей цене. Собственно, а на этом распаковочке конец. Кто смотрел, не забудьте, что у меня на канале конкурс. Кто выполнит все условия, тот молодец. Так вот. Все ссылочки есть внизу в описании под видео в инфобоксе. Марусячка сегодня будет совсем чуть-чуть, потому что бегала, скакала сегодня весь день, ничего не сняли, чуть-чуть под столом, как спит ребенок. Собственно, а я на этом сегодня с вами прощаюсь. Как обычно, всем желаю мира и добра, и пока-пока. Марусячка сегодня дрыхнет. Да, разбудила мамка, дрыхнет у меня под столом. Да, и беситься она не будет. И веселить никого не хочет. Сегодня девчонка устала. Да? Марусенька, ты устала? Скажи, да, я буду дрыхать. Она со всеми поздороваюсь, да? Поздороваюсь со всеми. Да, 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 со всеми поздороваюсь. Ну, Маруся, поздороваешься? Поздороваешься. Поздороваешься, почешешься, да? Ой-ой-ой.
Ну все, 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 забегала, забегала. Нет, пускай лучше дрыхает. Все, спряталась под стул.